Ну, уже вы все поняли, да, в нашей семье who is who. То есть, Мася, она просто, вот это не ест, понимаете, да? Это настоящие витамины, минералы, железо, чистка печени, в общем-то, все охренительно. Мася ест круассаны, говорит, я буду есть бананы, да, фиг она будет. Не пошло, блин. Не пошло, а круассаны у нее идут. Охерительно. При этом ей как вроде бы глютен перебирать не надо, а она перебирает. С утра, что может быть лучше с утра? Чем съесть папайю. Мам, это... Да, я могу согласиться, что, знаете, там даже у манго есть тема, связанная с кислотностью, как оно что проходит. Но папайя это самый полезный. Это как вареная морковка. У меня бабушка в детстве вареная морковка. У тебя бабушка в детстве знала, чем тебя кормить, понимаешь? Ты нормальным здоровым человеком росла. Чем дальше, тем хуже. Такое ощущение, что она... Да, меня бабушка, знаешь, сама кормила свое здоровье. С маслом, да, это, кормила. Трескалась, пошла. Ромом она тебя поила? Нет. Нет? Нет, Вот не надо делать, того, что не делал. Ром я попробовала в первой своей жизни в 24 лет, 20, не, в 26 лет. Дорогая, я в 17 бросил пить. А я только начала. Ну так ты по американской системе живешь, они начинают, знаешь, бухать с 21 года, и потом как Бритни Спирс спиваются. А потом нормальные это... русские люди начинают в 12-13 лет и заканчивают сразу. Не, мам, я тогда была нормальная. Какая? Хорошая. Какая хорошая ты была? Мам, я и есть хорошая. Она есть хорошая. Слышь, Халя? Понимаешь, ты папайя, я круассан, так что все у нас хорошо. О, я не знаю, о чем ты тут. Так, ну а дальше все просто. Дальше мы это вот так вот очищаем. Вот так вот. Вот так вот. Что? Очищаю. Эти семянки только не посади в свой огород, блин. Блин! Реально, слышите? Она же дельные вещи иногда говорит, а? А я решила попробовать по старинке печеньку с сыром. Печеньку с сыром? Угу. Охренеть, говорит. Я, говорит, все, приеду, буду правильно питаться. Я в шоке. На плане питаю. А у меня вот такой будет сейчас завтрак. Ну, смотрите. Итак, завтрак с Сашей. Сейчас я уже буду завтракать. Потом сдавать.